Найти работу мечты, грамотно составить резюме и освоить азы самопрезентации на собеседовании. Самарские студенты приняли участие в заседании клуба занятой молодежи. Эксперты в области трудоустройства поделились своими знаниями и раскрыли секреты успешного старта в карьере. Клуб занятой молодежи дает возможность молодым людям узнать о требованиях работодателя, помогает принять участие в мастер-классах. Мы делаем акцент на рабочие специальности, на востребованные специальности. Молодые люди интересуются, потому что в Самарской области есть закон о молодом специалисте, который позволяет при трудоустройстве на востребованную профессию получать финансовые выплаты. Педагог Самарского технологического колледжа Дарья Семирозубова вместе со своими студентами пришла на заседание клуба занятой молодежи. Дарья – молодой специалист, мечтает о карьере на государственной службе. Признается, все, о чем рассказывали эксперты, пригодится и ей самой. Как мне кажется, очень важно в наше время правильно себя преподнести, чтобы работодатель знал, кого ты берешь, уже было все четко прописано, все четко было понятно. И я думаю, когда в резюме написано много всего интересного, то работодателю будет интереснее с тобой встретиться. На следующей неделе по всей стране стартует всероссийский этап ярмарки трудоустройства. По словам директора регионального центра занятости населения, это шанс для молодых специалистов заявить о себе. На ярмарке трудоустройства будет много открыто возможностей для молодых специалистов. Им расскажут про самые высокие заработные платы, востребованные профессии. Все это им позволит одновременно, скажем так, сконцентрироваться на тех возможностях также службы занятости, которые будут представлены в том числе и на ярмарке трудоустройства. Заседание клуба завершилось карьерным квизом, в ходе которого студенты смогли больше узнать о трудоустройстве, карьерном росте и перспективах рынка труда в стране. Галина Топилина, Константин Головин. События.